До бабушки. Здравствуйте, подписчики. Сегодня мы с вами на городском стадионе. Городской стадион называется у нас Химик. Вот так вот он выглядит у нас. Довольно-таки большой стадион. Сейчас по нему прогуляемся. Посмотрим спортивный клуб, какой у нас. Он находится возле канала при выезде. С этой стороны у нас такое большое поле тренировочное. Вот мини-поле с этой стороны. И все это рядом с бывшим каналом. Сейчас у нас уже цветет абрикос. И пчелы гудят. Вот человек. Бабочка. Где? Вот она. А вот они, пчелки. Смотрите, какая красота. Пчела трудится. Рядом у нас тут находится автовокзал. Сейчас я вам тоже покажу. Вот бабочка. Данила, она жить хочет. Даня просит, чтобы я ему бабочку поймала. А ты хочешь, чтобы она умерла? Не хочешь, чтобы она умерла? Тогда пускай летает. О, видишь, она улетела. Все оживает. Вот такие вот цветочки. Ребят, это, в принципе, сама территория футбольного клуба. Она довольно-таки большая. Здесь есть спортивные залы, тренажеры, есть сауна. Такое вот симпатичное место. Один стадион занимает большую площадь, можно гулять полдня. Летом здесь очень красиво, есть при входе в стадион цветут розы. Обязательно покажу вот это место сейчас. Как-то так сейчас выглядит канал наш. Ивы уже зеленые стоят. Вот это дорога, трасса в сторону границы на Украину. Там у нас парк. Вдалеке железнодорожный мост. А мы сейчас находимся на технологическом мосте, по которому трубы с водой. Мама. Ну и сейчас будем возвращаться в сторону. Вот он вход, центральный вход в стадион. Такая вот здесь красота. Вот здесь у нас обычно цветут летом розы. Фонтанчики поливают. Это когда будет зеленовка. Ну, центральный стадион Химик. Это городской большой наш стадион. Мам, это зеленовки. Это городская чебуречная. Это чебуречная еще с советских времен работает. Но чебуреки здесь действительно классные. И кто ездит с Украины отдыхать, и либо через Украину, свободно можете заезжать и кушать чебуречки. Не пожалеете. А вот это наша автостанция. Небольшая, но очень уютная. Внутри там кафешка. Кассы. Заходить сейчас туда не будем. Хотя можно и зайти. Меня интересует на Севастополь автобусы. Если не своей машиной, ехать автобусом. Сколько это будет стоить? И льготные для детей билеты есть или нету многодетным семьям. Вот сейчас мы узнаем.
расписание движения автобусов видно плохо. Вот так. Тирополь. Вот Севастополь. Возможно, на Пасху поедем. Что такое? Кого там нельзя, чего? Чего там кому нельзя? Собак нельзя. А? Собак нельзя. Снимать тут нельзя? Вы тут можно снимать. Гуляйте, держите. Какую-то снимать, мама, говорит, мороженку снимать, говорит, вам. Тут нельзя, мне рассказывают. А вот спасибо, сказала. На мороженку мама вам купит, разгуляете, да? Пошли на рынке, тетю на кольцо ограбили. Я говорю, давай заплачу, не надо. Что, я племянница кольцо не могу купить. Сюда зашли, тоже денег дали. Хорошо гулять тогда. Скажи, надо почаще ходить, да? Мы ходили на мост. На мост? Это куда на мост? Там, далеко. Что за мост? Вы туда ходили? Где? Ну, гуляли по стадиону сейчас, так что. Там была яичко, там было как клоп. Здесь куча кафешек у нас. Автозапчасти, кафешки, фастфуды, автобар. Ну все, вот такая вот у нас сегодня была прогулка. Идем сейчас с рынка. Скупились немножко. Тут у нас базар. Мама снимает. Все, до свидания, до встречи.